Всем привет! Есть вот такой домкрат, я не знаю, как он правильно называется, коробчатый или складной. Вот. Ну, в чем проблема? Вот это винт, которым он поднимается, вот видите, вот так, очень часто вот здесь ломается. Ну, я не знаю, наверное, от времени или от того, что часто используют. Потому что этот домкрат чисто для того, чтобы 1-2 раза в жизни машины поменять колесо. Ну, может, 10 раз. Ну, так как его приходится иногда использовать чаще, вот этот винт крутится. Во всяком случае, я его использую часто. Винт крутится. Сюда налипает грязь. Так вот, я хотел вам что рассказать. Видите, вот здесь вот немножко он покоцанный. Я даже не знаю, когда это произошло. Опять же, машина же у меня не новая. Она с Японии, бушная. И до меня еще два российских хозяина ездили на ней. Поэтому, когда это произошло, вот это порыбание, вот если видно хорошо, вот, я не знаю. Поэтому, чтобы как можно меньше вот этого все происходило, то есть попадает туда грязь и начинаешь крутить, и прям снимает тоненькие, как будто резьбу нарезает, снимает тоненькие колечки с резьбы, вот с этого винта. Я стараюсь иногда, ну, раз хотя бы полгода, если использую чаще, раз в месяц, брызгать ВД-40. Ну, пробовал я наносить смазку типа литола, но она на себя берет много мусора. И вот этот мусор, попадая вовнутрь резьбы, он начинает срезать. Срезать мой драгоценный винт. Вот, видите, сейчас он очень легко крутится, даже засвистел. А так, в основном, вот все остальное, оно не ломается. Работает, вот видите, черная часть, вот примерно сантиметров 20. Все это дело смазал, прокрутил. Тут самый главный посыл — не лениться. То есть, если смазал, надо прокрутить, чтобы вся резьба как бы очистилась. Перед этим, конечно, ее можно и тряпочкой пройти, если она слишком грязная. Можно компрессором продуть. Короче, как в знаменитой поговорке, оружие в армии у нас было. А, вот, вот такие колечки срезает. Вот видите, колечки. Это с резьбы срезано. Оружие любит ласку, чистоту и смазку. Так и домкрат. Любит ласку, чистоту и смазку. Вот смотрите, закрутил до самого конца, все четко закрутилось, когда прокрутил туда-сюда. Здесь на самом домкрате, вот на этот домкрат фирмы Honda, есть надпись: грузоподъемность 700 кг, 1540, не знаю, что это такое, и максимальный, наверное, крутящий момент 6,86 кН. Ну, то есть, с какой силой возможно ее поднимать. Показана схема, куда устанавливать под кузов, как сам домкрат. Вот он с этими двумя вот такими выступами. Вот он показан здесь. И куда устанавливать на сам автомобиль. Вот у меня Honda Civic Hatchback. Вот впереди два места и сзади два места. Вот эти как бы места, они практически не ломаются. Ну, конечно, если нагрузить вместо 700 кг 5 тонн, можно все сломать. Все, устанавливаем на место, и можно двигаться дальше. А место нашему домкрату, конечно же, в багажнике, вот в таком специальном отсеке. Хоп, вот так он вставляется. Потом крутим его за ручку, как бы на подъем. Он упирается, там металлическая такая, такой упор, и здесь упор металлический, чтобы он не болтался по кузову. Все, видите, он никуда. Еще чуть-чуть надо.
Вот так. Все, он никуда не денется. Вставляем крышечку. Еще ставить надо. Правильно. И в путь.